Привет, друзья! Мы с вами в солнечном Шарм-эль-Шейхе. Это февраль 2020 года. Февраль – самый холодный месяц в Шарме. Температура воздуха сейчас в тени плюс 23 градуса. Море в Шарме остывает максимально в этом месяце. И какова же температура моря? Не ниже плюс 18 градусов. И как вы видите, у нас продолжается разгар купального сезона. Люди плавают, загорают. Это февраль. Не зря Красное море считается самым теплым морем на Земле. Оно даже попало дважды в книгу Гиннесса по своим температурам. Если вы мне возразите и скажете, ну как же так, есть же более близкие к экватору моря, то я вам скажу, что на самом деле вдоль Красного моря проходит гигантский тектонический разлом, и из этого разлома бьют тектонические источники, которые подогревают море снизу, изнутри, круглый год. Поэтому температура у нас держится не ниже плюс 18-19 градусов Цельсия. Так что зимой в море купаться достаточно комфортно, а летом оно совершенно бархатное. Температура в августе держится порядка 28 градусов, доходит до 30 и даже бывает, говорят, выше. Так что Красное море радует нас своей теплотой круглый год. И второй показатель, по которому Красное море попало на первое место в мире, это соленость. То есть Красное море – самое соленое море на Земле. В него не впадает ни одна река не разбавляет его пресной водой. Оно самое соленое и, соответственно, самое чистое море в мире. Ну и поскольку мы с вами параллельно с путешествиями решили изучать арабский язык, то давайте поинтересуемся, как будет море по-арабски. Море по-арабски бахр, бахр. Аль-бахр аль-ахмар, красное море. Аль-бахр аль-ахмар. Ахмар – это красный. Причем красным может быть не только море, но и, допустим, арбуз. Аль-батих ахмар. Аль-батих ахмар. Или же клубника. Аль-фараула хамра. Аль-фараула хамра. Ахмар – мужской род. Хамра – женский род. Ахмар – хамра. Ахмар – хамра. Так что, друзья мои, если в феврале месяце вам вдруг пришло в голову искупаться в теплом море и поесть красной клубники, то приезжайте к нам в солнечный Шарм-эль-Шейх. Это прекрасная возможность не только отдохнуть, но и попрактиковаться в арабском языке. С вами Елена Клевцова. До встречи. Пока.